Всем привет, с вами Алекс из сайта RimBC.by. В этом видео хотелось бы запустить на супер слабом ПК Far Cry 4. То есть наглядно все посмотреть, можно ли на 2 ядра, 2 оперативки, 630 карте поиграть. То есть это аналог слабых ноутбуков, можно сказать, Far Cry 4. Плюс более того, Far Cry 4 не запускался на двух ядрах. Я сейчас покажу, как ее запустить на двух ядрах. Понятно, что уже видео есть, это все делали. Тут ничего открывать не собираюсь, просто наглядно все так, как для галочки, так сказать. Far Cry 4 вышел в 2014 году, я вот недавно сделал запуск Far Cry 3 на суперслабом ПК и получил нормальный 25-30 FPS там было, в 1280 на 720, 2 ядра, 2 оперативки, или даже, подождите, это было, наверное, Full HD, на HD 3540 получил, да. И смотрите, давайте сравним системки. У третьего Far Cry 2 ядра, 2 оперативки системки и видеокарта DirectX 9 с 512 мегабайтами видеопамяти выше. Я думаю, на 256 запустится. То есть Far Cry 3 просто огонь. Как по сюжету, как по игровому процессу, так и по запуску. Запустится даже на калькуляторах. Но Far Cry 4 вышел 2 года спустя, вот в 2014 году, или 2 года, отсчитываясь от нашего сейчас с вами сегодняшнего дня. И Far Cry 4, какие уже системки, в 2 раза выше. 4 ядра, 4 оперативки, видеокарта с поддержкой DirectX 11 от 460 или 5850 и выше. Такие дела. Так, я, значит, на чем запускаю. Вот FX6300 проц, 6-ядерный, но 4 ядра отключил. Двухъядерный проц получился. 2 ядра, 2 оперативки, 8000 файл подкачки. Ну и видеокарта GT630, слабенькая офисная карта. Все, значит, давайте... давайте сейчас вам по-быстрому покажу. Смотрите, там в минималках стоит карта 460-ка. Вот она. Даже фактически вот это вот. 460-ка стоит в минималках сейчас Far Cry 4. Я буду запускать на этой, вот на очень слабенькой. Смотрите, насколько поколение она слабее вообще, чем 460-ка. Или 5850 вот от Radeon'ов. Поэтому сейчас посмотрим, можно ли поиграть на такой слабенькой карте в Far Cry 4. Вот, кстати, аналоги от Radeon'ов. Все, что слабее, это все, что выше, все сильнее. Плюс еще тут табличка, еще более слабая карта есть. Эта табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр. Плюс там советы и рекомендации, то, что я вот отключаю, прежде чем запустить игру, чтобы ускорить ПК. Хорошо, давайте секунду. Итак, я все отрубил. Единственное, сейчас программку почистить оперативку, почищу оперативку еще чуть больше. Тут всего лишь у меня 2 гигабайта, нужно следить за этим. Все, смотрите, запускаю Far Cry 4. 2 ядра, 2 оперативки. То есть на двухъядерных процессах Far Cry изначально не запускался. Кто помнит? Многие помнят, я думаю. Сейчас, смотрите, будет просто черный экран. Исправляется очень легко. То есть специальный этот инжектор там, то есть который подменяет там некоторые файлы и... позволяет запуститься игре. Ну, смотрите, то есть будет вот такой черный экран. То есть ничего не сделать. Я, значит, выхожу. Секунду. Все, я отрубил игру. Ой, не то чуть-чуть запустил. Не то чуть-чуть. Ну да ладно. То есть вот я в папке игры. То есть Far Cry 4. Захожу. Bin. И здесь вот такой вот файлик. Я прикреплю или в описании будет, или... в общем, в описании будет. Вот, Dual Core Fix. То есть я в папку Bin беру все вот эту вот фигню копирую. Я скопировал... пароль здесь PG. Ну, я, в общем, уберу, это просто я в интернете скопировал, не я ставил пароль. Все, теперь захожу вот Extreme Injector этот, запускаю от имени администратора его. Я должен убедиться, что здесь стоит, секунду, вот... стоп, знаете, что такое бывает, не хочет запускаться, потому что еще в процессах висит Far Cry 4, вот он. Да, у меня такая фигня, тоже думаю, что он потом не запускается, когда я тут пробовал запустить. То есть... Extreme Injector этот запускает имени администратора обязательно. Я здесь должен увидеть, что в строке появилось это Far Cry 4.exe. Если не появилось, то берем и сами ищем путь к экзешнику этому. Все, у меня все есть, все, ничего делать не нужно. И закрывать его тоже не нужно. Теперь я беру, делаю вот что. Far Cry 4 также запускает имени администратора. Так, меня немножко прервали. Стоп, блин, секунду. Секунду. Так, вот я снова здесь. Все, запустил от имени администратора. Здесь убедился, что путь к экзешнику указан. И все, ничего не делаю. Но и не закрываю эту фигню. Она должна быть открыта, чтобы запустить на 4-ядерном процессе. Все, беру также, запускаю от имени администратора Far Cry 4. Все, смотрите, сейчас запустится. Но только я потом остановлю видео, чтобы уже не затягивать. Все настрою и вам врублю, когда уже... сейчас посмотрим. Когда уже все
пора будет смотреть FPS. Ну, пока давайте посмотрим, запустится ли Far Cry 4. То есть изначально был черный экран, а сейчас... Так. А, ну, кстати, у вас может быть не видно быть фигня это, потому что еще не в окне. Ну, в общем, такие дела. Вот запустился, и сейчас я вам покажу, ну, уже FPS. То есть вот он запускается. Ну, это если что, у кого-то будут проблемы с двухъядерными процессорами, Far Cry 4 можно запустить. Кстати, не работает этот метод в Watch Dogs 2, так что такие дела. Ну, сейчас давайте я все настрою и покажу вам FPS. Так, ну что, я зашел в игру, давайте по-быстрому настройщики вам покажу. Конечно же, это супер слабый ПК, буду HD 1280 на 720, вертикалку отрубил и все, что можно отрубил. Прошелся еще кнопками, то есть, чтобы все действительно, то, что можно выключить, выключил. Все, давайте сейчас перезагружаю игру и сразу в игре смотрим FPS. Кстати, в игре давайте посмотрим, у меня тут пожар с охранкой, и кабаны загорелись, и меня атакуют сумасшедшие ребята. Кстати, побегал, у меня здесь 15 FPS. Так, мне интересно, там случайно звук не так уж ли громко, сохранились ли, сейчас, секунду. Нет, звук, хотя сейчас, стойте. На всякий случай еще звук уменьшил. Итак, очень круто, несмотря на то, что карта очень-очень, вы видели, эта видеокарта насколько слабенькая, и показывает 15 FPS, причем упирается не в проц, а, наверное, все-таки видеокарту. Вполне можно играть и на слабеньких ноутах, прикиньте, даже Far Cry 4, два ядра, два... оперативки, пожалуйста, но правда единственная особенность, это видеокарта должна поддерживать 11.9x. Ну, у меня вот видите такой резкий переход, потому что это адский пожар, поэтому ну давайте сейчас я перейду куда-то в более... Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, сумасшедший кабан, наверное, ты, подожди ты куда, дурак? А, точно, смотрите, горящие кабаны, сумасшествие, как в аду, блин. Так, давайте, ох, нифига себе, там вообще какой-то... Так, что хотел сказать еще по мониторингу. Ну, в данную секунду, дайте-ка я еще сейчас без записи видео побегаю. Да, кстати, запись видео поджирает. Вот сейчас у меня 16, 20, по 20, даже до 4 падает. Да, запись видео поджирает. Сейчас я вот вам скажу, сколько без записи видео, насколько прод загружен, это двухъядерный. Так, без записи видео, да, прод загружен на 70-80%, и в том числе, да, запись видео уже немножко начинает поджирать FPS. Видеопамяти, как можете наблюдать на мониторинге, почти гигабайт сжирает, это на супер низких. Кстати, разрешение здесь можно еще на капельку ниже поставить, там 1180, что-то такое. Но, в общем, фактически это самое малое разрешение, самые малые настройки. Но там по Far Cry еще есть какая-то супер тонкая настройка, тоже можно поискать, поэтому смотрите, можно еще покруче настроить Far Cry 3. Ой, 4. Но, смотрите, уже даже сейчас, то есть я ничего не делал, никакой тонкой настройки. Два ядра, два оперативки, 630-я слабенькая карта, работает. Far Cry 20 FPS. Ну, 20, конечно, да, маловато, не спорю. Но не смотрите то, что у вас есть падение вот до 11 там или еще ниже. Это только потому, что запись видео поджирает. Ну, ничего страшного, я же вам сказал, нормальный FPS. Но, смотрите, если у вас видеокарта будет чуть помощнее, потому что в нее здесь тоже упирается... то у вас уже будет больше FPS. Но Far Cry 3, конечно, чуть менее требователен, но он еще и постарше. Но даже Far Cry 4 неплохой оптимизон, я бы вам сказал, потому что работает на суперслабом ПК, вполне можно играть. Но опять же, вот сейчас не судите, что 10 кадров 20-ку здесь дает. То есть даже на 20-ке, я знаю, многие проходят. То есть, ну, видите, вообще на калькуляторах тоже можно поиграть в Far Cry 4, если по какой-то причине вы его обошли стороной. По мне, так хорошая игра, пробежать, отличный и сумасшедший маньяк здесь новый, хороший, и оптимизон хороший, и, в общем-то, норм. Пострелять тоже, стрельба мне нравится в Far Cry. Полностью перешла из Far Cry 3 в 4, поэтому норм. Так, ну что, по Far Cry 4 нормально, нормально. 1200 оперативки жрет, кстати, 3 вместе с файлом подкачки. То есть обязательно, если не хватает у вас оперативки, гиг, допустим, только то, ставьте хотя бы еще файл подкачки, будет у вас все норм. Смотрите, даже графен на это вообще крутой. И 20 FPS, можно, проходит на 20-ке FPS, нормально. То есть если нету выхода, приходится проходить, и вполне себе норм. Так, ну все, не забывайте смотреть на ссылки в описании, там всегда выкладываю что-то интересное, в том числе вступайте в группу ВК, там свои предложения можете оставлять. Все, с вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.